Доброе утро, котики. Это Вока. Она... Кто-то снимет меня. Что тебе все? Кто-то Анна. Кто-то Лону. Кто-то Анна. Опять. Нет. Кто-то Лоли. Благи? Не знаю. Кто-то Лоли. Опять. Кто-то Лоли. Ага. Вообще. Опачка. Да, Григорий. Как линяет. Это? Как змеюка скидывает. Как это мне нравится, обдирать шкурку. Говорит, я приехал похудать сюда. Кальмарчиков чистить. А меня все ешь. Под... Что ты делаешь, Тина? Туда хочу. Туда хочешь? Да. А зачем тебе туда? На улицу? А тачку. Тачку на улицу? Нет, а да. А, туда, на горку? Ага. А зачем? Ага. Ну и как? Получилось? Папа, ты видел, как он делает? Глянь. А ну покажи папе, как ты делаешь. А то он туда, он, видишь, аж наверх. У него были американские горки. Покажи, как надо переобуваться, покажи. Вот так. Вот так правильно? Нет, вот так. Вот так, а как правильно? Вот так правильно? Вот так. Вот так правильно, сынок. Вот так. Это уже отваренные кальмары. 2 минуты, да, они после закипания должны? Да, закипели. Закипели, да, и 2 минуты. И все, и теперь резать соломкой. Чтобы похоже было... На лапшу. Да, на лапшу. Не надо такого масла лить. Любишь кататься, люби и кальмары резать. Да? Да. Ну, спасибо. Слушай, ты такой серьезный вид сделала. У меня ответственное дело. А ты... Кальмары еще надо морковку, да, укроп и лук. Ну да, и на сливочном масле. На грушечки, перчику, вкусные зелени. Зелени. Теперь все жарить. Соль, перец же, да, еще? У нас тут огромная сковородка кальмаров. Перчику немножко. Все, у нас завтрак. Я сяду подальше, можно? Это рыбные котлеты из бычка. Из вчерашнего. Из вчерашнего бычка. Быстро. Да. Быстро есть. Все кушать. Я... Да, вот давай, они ложку. Кальмары. Мама, уже ну как котлеты, Афонь? Вкусные? Вкусные? Это из рыбы, которую мама, вчера ловили, смотри, да? Смотри, ты его режешь, где-то сосиска подгорела, где-то нет. Что, твою кепочку дам сейчас, Гришуль, на ему кепочку. А мне не надо кепку. Я там тоже взяла, по-моему. Ну, мне не надевай, ага. Почему? Ты па. Собираемся мы на море. Еду взяли, удочки, всякие покрывала укрывать детей, после того, как будут вылазить. Я, кстати, тоже переоделась. Надеюсь, что удастся окунуться. Вот эту вот штуку, накидку, мне Олесина мама привозила еще в прошлом году. С Китая. Ну, в общем, она мне нравится. Именно вот так вот под купальник. Вернее, на купальник. А. Ты же надавливаешь, я надавила. Что там, жара? Все, уже ждем. Бабушка сейчас с дедушкой выезжают и поедем на море. Ой, я с вами, я высокая.
школы проезжаем. Тут, наверное, тоже сегодня выпускной, так что все, он в шариках. Такая машинка приехала, видать, явно дикарями. Опять 159 регион, да? А, видать, ехали далеко, видно, машина ж по трассе сейчас бежала. Сейчас поедем это, на море купаться. На обычку. Ой, лошадки. Так, народ есть. Тут даже вот по берегу контейнеры стоят для мусора. Это очень хорошо. Дорога раньше ничего. Шторм, да? Был, блядь, песка прохладная. Да, песка нанесло. Да. Ну и дорога, да, ничего? Да. А то мы, бывает, едем прям много, это... Ой, чека, сейчас ничего. Да! Я вчера, видать, шторм был. Я тоже готова, бандана, потому что солнце прям сильное. Очки напшикались, заехали, купили в аптеку. Спрей детям и себе, в общем, не важно. 50, SPF 50. Гришке уже бесполезно это все делать, так что я себя, Антоху и Афанасия напшикала. Все, пойдем. Иди проверяй. Да, пошли. Я с тобой стой. Я уже покупалась. Супер, первый раз заходишь, кажется, что холодно. Второй раз вообще тепло, а третий вода очень, кажется, обалденная, очень теплая. Без очков тут, конечно, мне сложно. Солнце такое яркое. Вот и Сержуня ловит рыбу. Покажи, уже поймали рыбу. Вот это одна, да, еще. Это бычок, да? Тихо, только где крючок? Смотри, сам на него не наступи. Машина, Гриша! Гриша! Машина! Антоха! Тут коровы!
Едем, да? Это сколько сейчас у нас? Три часа. Все, мы накупались. Еду сейчас супер. Домой. Супер, вообще понравилось. Правда, сейчас уже прям волны. Но дети были счастливы. Накупались, их волны выносили на берег. В общем, здорово. Папа тоже счастлив. Папа тоже счастлив. Все счастливы. Как это, дом 2, да? Мы счастливы. Ну это они так говорили, когда прощались с кем-то. Да, его выгнали, притом с позором. Что мы обосрали, и мы счастливы. Тут еще туалетики понаделывали культурные. Ну я не думаю, что в них прям все ходят, да? Народ, это они явно на несколько, это 123-го. Да, это явно. В общем, люди, короче, в камышеватке живут. Вот. А тут что это? Что-то надувное. Вот такой надувной. Или бассейн. Спасательный пост, да, есть? Да, только чем они спасать? Я ни одной лодки не вижу. Чем они спасать? Вот тоже звонить 911. А, что спасли? Как это, 112 надо, да, звонить? 11 регион. Да, в этих трех соснах, да? Да. Так, все, мы поспали. И теперь собираемся. Уже сумки положили. Афанасий даже уже сел в машинку, да? Нет, ты на свое сразу кресло садись. Зачем ты на Антошина? Скажи, пока, деда Леня, да? Скажи, я еще приеду. Антошик, давай я тебя поцелую, давай. Да, Антош Ганда с другой стороны. Кнопка, пока. Да? Машет. Все, закрой. Да, машин. Сейчас же это все в одном в доме культуры. Один на две школы. Наверное, уже закончился, да? Ну, народ остался. Сейчас сколько? Без 10:09. Мы уже в Машастовке. О, почти 10 часов ночи. 9 часов. Без 10:09. Мы дома. Это небольшой. Это сырочки. Ряженку купили, заехали. Грибочки вот такие. Почему сами? Горька какая-то. Это кефир. А, это сырки. Тебе открыть. Да, помидоры, огурцы, кефир, ряженку. Да, сырок. Да, сейчас они вот в таких упаковочках продаются. По 6 штучек. Один. А по я считаю. Один, два, три, четыре, пять, Тантуш, шесть, ему. Семь, восемь, девять, десять, шесть, десять. Тебе открыть? Ты будешь такое кушать, точно? Так, ну что, я монтировать видео и спать, потому что ужасно хочется спать. Посмотрите, мы все красные, несмотря на то, что мазались, все равно пообгорали, потому что ветер. Ну, в общем, здорово, вода уже теплая, так что, если кто сомневается, на Азовском море точно теплое. На Черном уж я не знаю, но на Азовском теплое, и можно уже купаться. For all the times that you ain't my parade,
All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.